нет, продолжение следует. Упс! Я сегодня на американской вечеринке, посвященной дню Хэллоуину. Вечеринка проходит в отеле. И организует эту вечеринку, упс, мои знакомые, которые работают в госпитале, неотложки, доктора и медсестры. За моей спиной там комната, упс, там еда, музыка, диджакей и танцы. Но, к сожалению, там очень-очень все темно. И я вам не могу это все показать. Пыталась несколько раз, но никак-никак не получается. И вот так вот в Америке отмечают вечеринку. Алкоголя минимум. Есть, хотя, вы знаете, бар, но никто не убивается, никто в очереди за этим делом не стоит. Все взяли себе по бутылочке пива или, может быть, какого-то коктейльчика, и все. На этом дело завязано. Все кушают и танцуют, и смеются. В конце этого видео я выставлю фотографии, очень много интересных фотографий. А вот и все, вот так вот мы отмечаем здесь Хэллоуин, взрослые. А детки, конечно, будут 31-го бегать по домам, собирать конфетки, как всегда здесь принято. Вот интересно узнать, как у вас отмечают этот праздник и если отмечают вообще. Так что спасибо вам, спасибо за просмотр, это была Кэт. Всем хорошего, веселого вечера, как у нас. Пока! Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.